Попал мужик на тот свет и встретился с Александром Сергеевичем Пушкиным. Ну, идут они, значит, беседуют. Тут и вдруг раз Пушкин, хоп, перевернулся через голову. Тот на него смотрит, говорит: «Александр Сергеевич, а что это вы кувыркаетесь?» Он говорит: «Да это у нас, я уже привык, на земле, когда про нас анекдоты рассказывают, про покойников, мы здесь на том свете кувыркаемся». Ну, идут, значит, они дальше и смотрят, там два пропеллера таких крутятся. Он говорит: «Александр Сергеевич, а это кто?» Он говорит: «А это Петька с Василием Ивановичем». Бегает, значит, мужик в сарай и орет: «Мужики, очень плохая новость, даже две плохие новости. Вот мы рассказываем, барин наш взял новый оброк, взял себе право первой ночи». Они: «О, насмешил, он же, говорит, пидор». Он говорит: «А вот это плохая вторая новость. Значит, объявили первый международный съезд лохов. Лохи съехались со всего мира, а его взяли и отменили».